Нажмите для подписки. Подпишитесь на канал Тайо и первыми получайте оповещения о новых сериях. Маленький волшебник Азура. Одним прекрасным днем маленькие автобусы собрались на площадке. Во что будем играть? Может, в салочки? Скучно. Да, в салочки мы вчера играли. Я покажу вам кое-что веселое. Так во что же нам поиграть? Теперь ваша очередь. Тайо надулся, как шар! Я стал таким маленьким! Что происходит? Кажется, я в порядке. Роги, посмотри вверх! Моя голова! Вы такие забавные! А ты кто? Я Азура из мира магии. Как вам волшебство? Так это сделал ты? Да, разве не забавно? Совсем не забавно! Расколдуй нас обратно! Зачем мне это? Мне пора уходить! Куда это ты собрался? Ты не можешь просто уйти! Все в порядке? Да! Куда он делся? Он пропал! Его зовут Азура! Мы должны его найти! Наступил новый день! Может, попробовать на ней? Ха! Дождь пошел? Что? Что это? А ну, уходи! Ой, как весело! Спасибо. Еще увидимся. Он такой большой. А я сделаю его еще больше. Эй, стой! Большой. Я думаю, это из-за магии. Что? Это же Азура! Ты! Я его упустил! Нужно посмотреть там. Он должен быть где-то здесь. Тайо! Ребята! Что ты делаешь? Я видел Азура. Того, кто над нами издевался. Правда? Ага. О, вон он! Где? Где? А ну, постой! Подожди! Неужели они за мной следили? Попал я! Почему ты не убегаешь снова? Теперь ты не убежишь. Хватит создавать проблемы! Уходи туда, откуда пришел! Вы, может быть, забыли, но у меня есть это! Куда? Куда она делась? Я из-за вас потерял палочку! Что? Как это из-за нас? Я потерял ее, пока бежал от вас! Без палочки я не попаду домой! К нам это отношения не имеет! Ребят, мне кажется, нам стоит помочь ему найти палочку. Что? Тогда он быстрее уйдет. А иначе он так и будет над нами подшучивать. И правда. Хорошо. Но ты должен будешь уйти сразу же, как мы найдем палочку. Ладно. Ну, погодите. Я буду издеваться над вами еще больше. Что ж, поехали. Маленькие автобусы и Азура вышли искать волшебную палочку. Здесь ее нет. И тут ее, скорее всего, нет. Роги, она там? Нет, не думаю.
А? Раз уж я здесь, почему бы не прокатиться с горки? О, Рогги, ты меня напугал! Прости, но мы же можем чуточку поиграть, пока мы здесь, а? А мы можем? Давайте прокатимся! Я тюр первый! Что? Ты же только что катался! Хочу с ними! Азура, хочешь прокатиться с горки? Мне и так нормально. Да? Тогда я пойду один. Да, подожди! Я с тобой. Ну что, готов? Ого! Поехали! Ну как, здорово же! Но не так уж и плохо. Хочешь еще? Да! Маленькие автобусы и Азура позабыли о волшебной палочке и продолжали играть. Это было весело, да? Да! Тебе правда весело? Да! То есть, не очень-то. Пару минут назад ты был просто в восторге. Нет, неправда! Пора возвращаться. Ханна, наверное, переживает. Хорошо. Ну как же моя палочка? Уже поздно, давай поищем завтра. Хорошо. Тогда поиздеваюсь над ними завтра. Азура остался ночевать в гараже у маленьких автобусов. Азура, а скажи, зачем ты пришел в наш мир из мира магии? Просто я хотел встретить друзей. А, так у тебя совсем не было друзей? Ну, они такие скучные, и им не нравится моя магия. Потому что своей магией ты только проблемы создаешь. Что? Ты даже не знаешь, что я делал? Эй, Азура! Я создаю проблемы? Азура, прекрати! Это не смешно! Я больше не хочу с тобой играть! Я просто хотел с ними подружиться. Маленькие автобусы и Азура искали палочку весь следующий день. Не могу найти. Ганни, ты нашел? Нет. Куда она могла деться? Да, совсем непонятно. О, это она! Моя палочка! Я ее нашел! Но раз уж я ее нашел, я больше не смогу с ними гулять. Азура, ты ее нашел? Нет! Тогда ее здесь точно нет. Да. Что нам теперь делать? Я знаю. Давайте поиграем, а потом поищем ее снова. А мы можем? Тогда... О! Хочешь посмотреть выступление Джоуи? Джоуи? Кто такой Джоуи? Ты очень удивишься. Джоуи может сделать цветы и птиц даже без палочки. Правда? Я хочу посмотреть! Хорошо, тогда на выступление! Поехали! А сейчас... Абра? О, кадабра! Ничего себе! Разве не круто? Вот это да! В руках ничего нет! А? И вуаля! А я просто дразнил друзей. Но магия может радовать людей. А теперь посмотрим в эту шляпу. Что в ней? Знаю, это будет... Белый голубь? Точно! Обожаю этот фокус! Абра, кадабра! Что происходит? Кадабра! А что не так? Что случилось? Ничего не происходит. Понятно. Что происходит? Подождите. Что он делает? О, нет! Я не хочу, чтобы все расстраивались. Это не твоя палочка? Ты увидел?
Что ж, спасибо, спасибо. Как это произошло? Это же была ты? Да. Понятно. Здорово получилось. Да. Почему ты не сказал, что нашел свою палочку? На самом деле, я не хочу возвращаться в мир магии, потому что там у меня совсем нет друзей. Нет, Азура. У тебя получится завести друзей. Да. Тебе просто не надо над ними издеваться. Да. Видишь, как ты порадовал нас своей магией? Вы правда так думаете? Правда. Так что ты найдешь себе классных друзей, как мы. Точно? Точно! Да! Спасибо, ребята. Думаю, что теперь смогу поладить с кем-нибудь из мира магии. Не за что! Вот вам прощальный подарок! Прежде чем уйти, Азура оставил своим первым друзьям хороший подарок. Увидимся, Азура! Кто настоящий Тайо? Подъехав к остановке, Тайо начал свой рабочий день. Всем привет! Привет, Тайо! Доброе утро! Мы отправляемся! Откуда такая пробка? Тайо, я же опаздываю. Ты можешь поторопиться? Но это ведь все из-за пробки. О нет, что же мне делать? Что, он уже закончился? Классный сон, поменяемся? Ой, давай. Тут ничего нет. Верни мою банку. Верни мой сок. Ребята, хватит драться. Внутри действительно лучше не пить. Тайо, да? Я хочу выйти здесь. А? Но я не могу, тут нет остановки. Я спешу. Ну, пожалуйста, только один раз. Долго нам еще до остановки? Это уж слишком. Дюри распереживался из-за того, что пассажиры Тайо начали жаловаться. Тайо. Ну вот и все. Я наконец закончил. Тайо! Ты уже освободился, да? Мы собираемся на площадку. Давай с нами. На площадку? Конечно! Привет, Хана. Тайо, у нас тут сломался автобус. Можешь помочь с пассажирами? Что? Но я же только закончил. Пожалуйста, Тайо, пассажиры ждут. Хорошо. Спасибо. Что случилось? Ребят, езжайте без меня. После работы Тайо вернулся в гараж. Тайо, ты только с работы приехал? А мы так хорошо повеселились! Роги! Угу. Классно! Я тоже очень хотел поехать. Но вместо этого проработал целый день. Это нечестно. Как бы мне хотелось, чтобы был второй Тайо. Чтобы он ходил на работу и делал все за меня, пока я играю. Тайо! Тайо! Привет! Ты кто? Я космический Тайо, прилетевший со звезды. Космический Тайо? Ты очень похож на меня. С этой стороны как вылитый. Даже колеса те же. Да, ты же мечтал о втором Тайо, правда ведь? Кто ты? Сначала давай выйдем из гаража. Что ж, давай. Ух ты! Так мое желание исполнилось? Да. Я возьму на себя всю работу, так что ты можешь отдохнуть. Спасибо! Замечательно!
Куда же мне пойти? Может, съездить к реке? Дайо! А? Почему ты проезжаешь мимо остановки? Да, ты же должен перевозить пассажиров. У меня сегодня выходной. Подождите другой автобус. Здравствуйте! Но Тайо же только что уехал туда. А, это же я, Тайо. Давайте, заходите. Что происходит? И поехали! Итак, оставив всю работу фальшивому Тайо, настоящий Тайо наслаждался свободным временем. Как хорошо! У космического Тайо. Может, мне стоит посмотреть? А фальшивый Тайо работал. Это же Тайо! Привет, Тайо! Привет! Ты в хорошем настроении? Конечно! Работа идет отлично! Правда? У меня еще много дел! Хорошо, пока! Он выглядел уставшим, а теперь ему лучше. В это время он должен быть здесь. Вот и приехали. О, вот он. Осторожнее при выходе. Посмотрим, как он справляется. Спасибо, Тайо. Я доехал с большим комфортом. Спасибо тебе за хорошую работу. Не за что. Он очень мил. Тайо задумался о своих пассажирах, когда увидел, как работает фальшивый Тайо. Спасибо, Тайо. Я рада, что ты всегда работаешь, Тайо. Тайо, ты лучший! Как много добрых пассажиров. Наверное, нужно возвращаться. Космический Тайо! Привет! Что случилось? Я возвращаюсь к работе. Огромное тебе спасибо. Ты снова хочешь работать? Да, так что можешь возвращаться. Ну уж нет, я продолжу. Что? Ты же сказал, что не хочешь работать. Я стану настоящим Тайо, которое трудится, не жалея сил. Станешь настоящим мной? Да, все равно все думают, что я настоящий. Нет, мои друзья сразу же все поймут. Тайо, маленький автобус. Я тоже. Эй, Тайо. Привет, ребята. Привет. Кто ты? Я? Это же я, Тайо. Я настоящий Тайо. Я Тайо. Я. Хватит врать, обманщик. Я Тайо. Кто же из них настоящий? Я не могу сказать. Хорошо. Я покажу вам, кто настоящий. Думаю, это и есть настоящий Тайо. Я тоже так думаю. Видишь, я же говорил. Это все, что ты можешь? Теперь смотри сюда. В этом деле лучше. Думаю, он настоящий. Я настоящий Тайо. Почему вы не видите? Тайо, вспомни, о чем мы говорили на улице сегодня с утра. На улице? Ну да. Я говорил, что люблю работать. Точно? Нет, нет, это был не я. В это время я был на площадке. Что? Во время работы? Тайо никогда бы так не поступил. Просто так получилось. Так что ты точно настоящий? Да, ты права. Я настоящий Тайо. Я так испугался, когда объявился этот самозванец. Что ты говоришь? Прекрати, ты врушка. Хватит, фальшивый Тайо. Да, пожалуйста, уходи. Но настоящий я. Злые вы. Что мне делать? Тайо! Привет! Привет, Юрия. Что случилось, Тайо? Почему ты такой грустный? У меня очень большая проблема. Что? Тебя прогнали? Да, никто не верит, что я настоящий.
Сейчас я понимаю, насколько ценна моя работа. Таю, давай снова с ними поговорим. Но они не верят мне. Если будешь честен, они сразу поймут, что ты настоящий. Правда? Да, я буду с тобой. Хорошо. Я даже удивился. Я знаю. Привет. Что тебе здесь снова нужно? Я же тебе сказал, не приходи, фальшивый Тайо. Нет. Ребята, подождите. Тайо хочет сказать вам что-то важное. Что? Вообще-то, все так сложилось, потому что я не хотел работать. Я положился на фальшивку, а сам ушел играть. Но теперь я снова хочу работать. Он похож на настоящего. Это точно. А кто же настоящий? Не ведитесь. Есть другие способы. Точно. Я скажу, кто настоящий. У настоящего Таю есть след от сока на полу. Тай, открой дверь, пожалуйста. Хорошо. Дети вчера не поделили сок и расплескали его. О, вот оно. Это точно настоящий Таю. Что? Получается, что ты... Кажется, мне пора уезжать. Стоять, фальшивка! Прости, Таю. Ты расстроен нашим недоверием. Нет, ничего страшного. С этого момента я буду много трудиться. Я хочу начать работать немедленно. Тогда тебе нужно проснуться, Таю. Ты не можешь работать, если спишь. Хана! А где фальшивый Таю? Фальшивый Таю? О чем ты? Так мне приснилось. А теперь поторопись и готовься к работе. Хорошо. Таю понял, что наслаждается работой. Будь аккуратен сегодня, Таю. Фокусник Джои. Сегодня у Таю много работы. А здесь никогда не бывает пассажиров. Машин почти нет, и вокруг всегда так тихо. Отправляемся! Приехали! Ух ты, сколько у вас интересных вещей! Хэти, хочешь посмотреть? Да. Так-так. Вот что-то любопытное. Та-дам! Ух ты! Я езжу по стране и показываю фокусы. Это все для моих представлений. Здорово! Завтра у меня будет шоу в центре города. Та-дам! Мячики? О, куда они делись? Вот они! Как здорово! Настоящее шоу еще интереснее! Я обязательно приду. Правда? Оно будет завтра в 6 на автобусной стоянке. На этой стоянке живут мои лучшие друзья. Я там буду. Эй, так ты знаешь, как туда добраться? А то я боюсь здесь потеряться. Конечно, просто дождитесь синего автобуса. Спасибо! Ах да, меня зовут Джой, а тебя? Джой? Ну, а я Нури. Увидимся завтра. Хорошо. Пока, Нури. Пока. Спасибо тебе. Всем привет. Привет, Тая. Ты только закончил? Что-то ты поздно. Я попал в большую пробку после остановки номер 17. Номер 17? Там, где нет пассажиров. Да, после нее. Она была на моем маршруте, но... Я никогда не брал там пассажиров. Ни одного раза. Я тоже. Что с тобой? Пришлось объехать целый квартал, чтобы попасть на следующую остановку. Было бы куда проще пропустить ее и поехать туда сразу. Кто знает, что может случиться. Значит, пропустить нельзя? Да я и сам знаю. Всем привет. Вас искала Хана. Интересно, зачем? Представление! Та-дам! Ух ты! Я обожаю фокусы!
Завтра в 6 часов. Но вы приезжайте пораньше, а то не сможете занять хорошие места. Хорошо! Доброе утро. Доброе утро, Рони. Я не мог уснуть, потому что все время думал про шоу. Я тоже. Не могу дождаться шоу. Я приеду пораньше, чтобы оказаться в первом ряду. Я приеду раньше и займу лучшее место. Ну, мне пора. Эй, подожди, Роги. Поехали, Дани. Едем. У меня еще полно времени до шести. Пожалуй, порепетирую. Скоро начнется представление. Мне надо спешить. О! О! Что происходит? О, нет! Если задержусь, Роги точно достанется лучшее место. Та-да! Нет! О, красный свет! Теперь точно опоздаю. На остановке 17, как всегда, никого. Как же мне быть? Все хорошие места займут. Пропусти эту остановку. Ты можешь опоздать и пропустить все представление. Да, я знаю, но... Нет, Таю, нельзя пропускать остановку ради какого-то шоу. Я и сам это знаю. Неважно, все равно там нет ни одного пассажира. Хочешь сидеть в первом ряду? Поспеши. Ни за что. А вдруг тебя кто-то ждет? Что же мне делать? Эй, так и будем стоять. А ведь он прав. Все равно там никогда нет пассажиров. Интересно, где же автобус? О, нет. Таю не заметил Джои и проехал остановку. Приключения Таю. Ура! А вот и я! О, нет! Я так торопился, но места уже заняты. Таю! Ух ты, как много зрителей собралось! Мне ничего не видно. Не надо было мне пропускать остановку. Все равно я не попал в первый ряд. Ну когда же приедет автобус? Кажется, на остановке кто-то сидит. Почему не начинают? Может, еще не все готово? Надо подождать. Но почему так долго, а? Может, что-то случилось? Я так опаздываю. Я сейчас вернусь. Жди меня здесь. Хорошо. Привет. Здравствуй, малютка. Ты тоже ждешь автобус? Нет, я жду свою мамочку. Что это у тебя? Это для моих фокусов. Для фокусов, да? Я тебе кое-что покажу. Ух ты! Что происходит? Он давно уже должен был приехать. Привет, Хана. Сито? О, привет, Нури. Почему вы не смотрите представление? Фокусник до сих пор не приехал. Да. Джои до сих пор нет? Ты с ним знакома, Нури? Да. Я вчера его подвозила. Понятно. Интересно, что же с ним случилось? Мне тоже. Я подожду внутри. Хорошо. Джои так и не приехал. Может, это он ждал на той остановке? Таю! Таю! Нури, ты приехала на шоу. Да, а ты брал пассажиров на остановке номер 17? Нет, а что? Вчера я сказала Джои, чтобы он ждал синий автобус на той остановке. Что? Я уверена, что сегодня видела его на ней. Нет! Что с тобой, Таю? Это я виноват!
Ну, я пропустил остановку, чтобы не опоздать на представление. Что? Нури, ты сказала, он на остановке. Я скоро вернусь. Та-да! Держи. Здорово, мистер фокусник. Ты отличный зритель. Уже совсем поздно. Похоже, представление не состоится. Это ужасно. Меня, наверное, все ждут. Ой, автобус! Мистер фокусник, простите, это я виноват. О чем это ты? Я так торопился на представление, что пропустил остановку, даже не убедившись, что на ней никого нет. Простите. Так ждал шоу, что пропустил остановку? Да. Что ж, придется мне простить тебя, раз всему причиной мое шоу. Но ведь из-за меня вы его пропустили. Вот и нет, у меня был один замечательный зритель. Но мне жаль, что представление не увидят все те, кто его так ждал. Об этом не беспокойтесь, они по-прежнему вас ждут. Правда? И ты отвезешь меня на стоянку? Конечно, я ведь автобус. Пока, малютка. Пока, мистер фокусник. Увидимся. Пока-пока, до скорой встречи. Прости меня, детка, я задержалась. Мамочка. Ты тут без меня не скучала? Нет, я встретила фокусника, он такой веселый. А, ну почему же так долго? Может быть, он забыл про нас? Может, он не придет? Постой! Я привез фокусника! Можно выходить! Ну и где же фокусник? Таю, у нас нет настроения для шуток. Что происходит? Здравствуйте, друзья! Спасибо, что так долго ждали! Перед вами Джоуи! Фокусник! Ух ты! Итак, начинаем удивительное шоу фокусов от Джоуи! Тайо? А? Я слышала, что произошло. Тайо, ты не должен пропускать остановки, как бы сильно ты ни торопился. Мне очень стыдно. Больше никогда так не поступай. Хорошо, Тайо? Хорошо, Хана. Это никогда больше не повторится. Тогда иди и наслаждайся представлением. А мне можно? Конечно. Джои приехал сюда благодаря тебе. Так и быть, иди, Тайо. Хорошо! Сегодня Тайо узнал, что никогда нельзя пренебрегать своими обязанностями. А представление оказалось даже интереснее, чем все думали. Озвучено компанией «Лайлок». Цирк машин тяжеловесов. На улице собрались люди. Что же происходит? Внимание, внимание! Приглашаю всех в цирк! Возьмите, пожалуйста, листовку. Почему тут столько людей? Тайо! Мы знакомы? Это я, волшебник Джои. Чудесно. А то мне в этом гриме было так жарко. Но для чего ты оделся клоуном? О, на следующей неделе я выступаю с цирком машин. Я его рекламирую. Та-да! Чудо-цирк Джоуи! Ух ты! Цирк Джоуи! Красота! Будет интересно. Приходи! Да, обязательно. Ладно. Мне уже пора. Удачи! Спасибо! Ну все, пора работать. А? Алло? Директор цирка, привет! Что? Артист получил травму? И когда он сможет приехать? Что? Через месяц? О нет, что же делать? Я уже всем рассказал! А теперь перерыв. Ладно. Надоело мне время работать. Может, поиграем?
поиграем? А если так? Я тоже хочу. Ну вот, все решат, что я обманщик. Смотрите, что я обманщик. Что там за шум? Здорово! Привет! Волшебник Джоуи? Зачем ты здесь? Ребята, хотите выступать в цирке? О чем ты говоришь? У вас большой талант. Сделаем отличное представление. У нас талант? Правда? Соглашайтесь, будет весело. Звучит неплохо. Ну что, попробуем? Что скажете? Мы готовы. Отлично. Завтра начинаем репетиции. Хорошо. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. О, привет. О, Тайо. Куда это вы направляетесь так рано? Скажу тебе по секрету. Мы собираемся выступать в цирке. Выступать? Ух ты! В цирке у Джоуи? Да, именно там. Он говорит, у нас талант. Ух ты, здорово! Мы с друзьями придем. Мы не разочаруем. Ну что, все здесь? Давайте распределим роли. Первый номер Бог. Ты будешь на турнике. Или будет жонглировать. Крис будет крутить предметы. А Макс будет прыгать в кольцо. Вот это будет весело. Значит, я на турнике? Так, теперь крутись. Ладно. Не вышло. Моя очередь. Отлично. Так, добавим еще мячей. Давайте. Простите. Это ничего. Надо просто потренироваться. А теперь за работу! Хорошо! Ребята, вы знаете, строительные машины будут выступать в цирке. В цирке? Не может быть! Как они могут там выступать? Вы что, не знали? Джоуи сам их пригласил, потому что у них талант. Надо будет сходить. Да, пойдем все вместе. Да! Наверное, немного репетируют. Я устал. Продолжайте, у нас мало времени. Ну, хотя бы маленький перерыв. Ладно, отдохните и снова за работу. Я пока пойду на улицу. Хорошо! Джоуи такой строгий. Каждый день репетиции. Да, никакого веселья. Может, устроим выходной? Да. Джоуи все равно пока нет. Да. И строительные машины не репетировали целый день. Приключения Тайо. До представления осталось несколько дней. Ребята, сегодня у нас будет генеральная репетиция. Ладно? Без проблем. Сначала номер Поко. Хорошо. Кошмар. Теперь уже будем с огнем.
Ладно. В чем дело? Там же горячо. Что? Как ты будешь выступать? Да, ты же боишься. Что? Вы тоже не смогли. Это правда. Хватит. Через 2 дня представление. Да просто... Это оказалось трудно. Вы мало тренировались. Но это так утомительно. Ты об этом не предупреждал. Что? На выступлении все должно быть идеально. Ты нам обещал, что будет весело. Да, я так больше не могу. Да. Поехали отсюда. Поехали. Стойте. Ну что ж такое? Только время потерял. Да уж. Привет! Привет! Вы будете в цирке? Я жду, не дождусь. Наверное, будет много трюков, вы же силачи. Ну, разумеется. Ух ты, вы такие потрясающие. Мы придем! Удачи! Удачи вам! Почему мы не сказали, что не выступаем? Да просто они так этого ждут. Да уж. Я был с ними строг. Я от них слишком много требовал. Надо было быть помягче. Придется отменить представление. Джой! А? Это вы? Вы вернулись? Но мы... Прости нас! Мы хотим выступать. Мы будем очень стараться. Что? Знаешь, мы по дороге встретили друзей. Мы не хотим их разочаровывать. Ребята, что ж, тогда давайте репетировать. Да. Так, теперь я. Наконец, настал день представления. Скорей бы уже! Смотрите! Дамы и господа, добро пожаловать в чудо-цирк! На арене машины-тяжеловесы! Абракадабра! Раз, два, три, четыре! Цирк машин тяжеловеса! Спасибо! Без вас ничего бы не вышло! А чем это вы? Знаете, мы вообще-то хотели уйти из цирка. Но вы в нас верили, и мы вернулись. А, ясно! Молодцы! Не хотите поехать со мной в гастрольное турне? Что? Ну уж нет! Строительные машины смогли хорошо выступить, потому что любят своих друзей. Крошка Тая. Был погожий день. И Таю отдыхал на станции. Ой, скукотища! Готово! Ух ты! Что это, Хана? Привет, Таю. Ну, это уменьшитель.
Уменьшитель? Да, с его помощью я могу уменьшать вещи, чтобы их было проще носить. Ух ты, здорово! О, послушай-ка, можешь присмотреть за ним минутку, а я кое-что принесу из чулана, хорошо? Есть, мэм! И осторожнее, ничего не трогай! Не буду! Уменьшитель! О, а? Как интересно! О, а это что, может нажать? О, нет, нельзя! Я же обещал Хане ничего не трогать! Но так интересно, что случится! Я ее потрогал! Стойте-ка, ничего не происходит! Что? Что со мной случилось? Таю? Хана! Куда это он подевался? Что случилось? Почему Хана так выросла? Или, может, я себя уменьшил? Как странно. Эй, Хана! А? Руки! Пэт! Вы что-то хотели? Меня надо отремонтировать. Привет, я тебя раньше не видела. Это мой племянник Джинни. Привет! Ясно. Привет, Джинни. Ты так похож на своего дядю. Жди здесь, а я отремонтирую Пэта. Хорошо. Пойдем, Пэт. Хана, стой! Хана! О, нет, она меня не слышит. Кто этот малыш? Эй! Он заехал под скамейку. Попался. Все готово, Пэт. Спасибо, Хана. Эй, Джинни. Привет. Хана! Спасибо, что подождал. А, пустяки. Я должен выбраться. Получилось, Хана. Это я, Таю. Нет, Джинни, не надо разбрасывать игрушки. В следующий раз держи крепче. Нет! Спасибо. Спасибо, Хана. Увидимся. Пока. Пока, Джинни. Хана! Хана! Голова идет кругом. Это станция. Я так и знал, это был сон. Эй, ребята! Мне такой страшный сон приснился, как будто я себя уменьшил и... Ребята, а почему вы молчите? Это же племянник Руки из моего сна! Это значит... Нет! Это был не сон! Отпусти меня! Готов? Врум-врум-врум! Эй, ты! Что ты делаешь? Вперед!
так смешно! Ой, помогите! Приключения Тайо! Тайо не нашелся? Нет, его с самого утра нигде нет. А вам он что-нибудь говорил, ребята? Нет. Ничего. Тогда мы поедем его искать, а Ханна останется здесь. Хорошо. Я должен вернуться на станцию. Друзья будут волноваться. Вот дверь. Но как мне отсюда слезть? Отлично, я должен добраться туда. Ну где же ты, Тайо? А это что? Игрушка Джинни. Но ведь я ему отдавала. О, Джинни, не надо разбрасывать игрушки. В следующий раз держи крепче. О, нет! Той игрушкой был... Тайо! Было страшно. Он по-прежнему спит. И как мне тут выйти? Я должен открыть эту дверь. Да, то, что нужно. Вот она! Раз, два, три! Дядя приехал, иди сюда. Ура! Дядя! Привет, Джинни. Это руки Ханна. Джинни, у нас для тебя подарок. Правда? Здорово! Да. Та-да! Это космическая ракета. Правда классно? Здорово! Вот это да! Так, Джинни, давай его мне. Я сам надену. Ладно. Подожди. Вот. О, Ханна! Ну вот, держи. Здорово! Спасибо, дядя! С тобой все в порядке? Как же я тебе рад! Ну что, ты готов? Вот. Ура! Ха-ха-ха!
Тайо! Ты нас так напугал! Мы тебя обыскались! Извините меня! Теперь ты знаешь, почему нельзя трогать опасные устройства. Да, я к ней не притронусь, даже если ты меня попросишь, Хана. После таких приключений Тайо был счастлив снова встретиться с друзьями. Озвучено компанией Лайлок. Тайо взрослый! На закате маленькие автобусы играют на площадке. Съезжаем! Здорово! Давайте еще разок! Эй, ребята! Сито! Вот вы где. Ребята, скоро уже ночь. Всем пора домой. Ну, можно еще немножечко! Немножечко! Пожалуйста! Нет, ночью играть очень опасно. Так что поехали. Ладно. У меня еще есть дела, а вы идите спать. Ладно. Я так хотел поиграть. А куда Сито поехал? Не знаю. Может, он поехал играть? Вот бы я мог ездить на площадку, когда захочу. Хорошо бы. Пора вставать! Ну, Хана, еще 5 минут! Нет, просыпайтесь! Ладно! Как же так? Вот почему взрослые еще спят? А мы должны вставать рано! В конце дня Тайо возвращается на станцию. Почему взрослым можно гулять всю ночь и долго спать, а нам нет? Так нечестно! Бабушка, я могу помочь вам? Мне нужно домой, но у меня колесо спустилось. Ясно. А хотите, я вас довезу? Правда? Отвезешь? Конечно! Бабушка, приехали! Спасибо тебе большое, что довез меня до дома. Не за что! И в награду за твою доброту я исполню твое желание. О, желание! Совершенно верно. Я ведь волшебная машина и умею исполнять любые желания. Не может быть! Но ты, кажется, мне не веришь. Тогда смотри. Вот, теперь убедился? Да! А теперь говори свое желание. Желание... Точно! Я хочу стать взрослым! Взрослым? Да! Будь я взрослым, я бы по ночам играл, а утром высыпался бы! Так это твое желание? И ты не пожалеешь? Никогда! Ну, хорошо. Твое желание исполнено! Она исчезла. Что это было? Привет! Эй, ребята! Здравствуйте! Как прошел ваш день? Ребят, вы что? Перестаньте дурачиться! Хватит! О чем это вы? Тайо! Старшая сестренка! Тайо, какая я тебе старшая? Что? Что происходит? Тайо! Привет! Сито! Да? Что-то не так? Не может быть! Сито стал ребенком, а я, значит, стал теперь взрослым!
Что с тобой? О, ничего. Слушай, Хана, если не возражаешь, я бы сейчас взял детей на площадку. Взять их на площадку? Да, конечно. Правда? Даже если мы вернемся поздно? Конечно, ты ведь за ними присмотришь, так что я спокойна. Здорово, сработало! Тогда увидимся! И взрослый Тайо повез детей на площадку. Как здорово гулять ночью! Взрослым быть очень хорошо! Не догонишь! Стой! Удрал! Ага! Смотри, Ханна! Попался! Досито просто пошутил! Эй! Я подумал, за нами правда Ханна пришла? Зачем ей приходить, когда с нами Тайо? Да, Тайо? Да! Сегодня можете играть сколько захотите! Здорово! Приключения Тайо! Ой, отлично поспал! О нет! Я проспал все на свете! Постойте-ка! Я же теперь взрослый, и никто меня не отругает! Так, чем бы мне сегодня заняться? Они до сих пор спят! Как странно! Они ведь опоздают! Эй, Пэт! Руки! Маленькие автобусы сегодня не вышли на маршрут, а люди их прождали все утро. Но дело в том, что они еще спят. Ты должен был их разбудить. О чем ты думал? Ну, я и сам поздно встал. Что? Ты тоже проспал? Но ты ведь несешь за малышей ответственность. Но я же не виноват. Что происходит? Почему проспали они, а ругают за это меня? Так нечестно. Но теперь все ушли, и я могу повеселиться. Тайо! Вот ты где. Нам пора. Куда пора? Как куда? Купить запчасти для наших малышей. Запчасти? И расписание маршрутов еще надо составить. Пойдем. И Тайо поехал покупать запчасти, а потом составлять расписание. А этот можно поставить сюда. Ой, это так сложно! Какой тяжелый день! Сколько у меня было дел! Уже темнеет! Но я же теперь взрослый и могу играть хоть всю ночь! Тайо! Ну что еще? Как что? Тебе пора на маршрут. Сейчас? Ну а почему я? Да потому что малышам нельзя ездить так поздно. Так взрослые автобусы спят, потому что они работают по ночам. Ну же, ты опаздываешь. Езжай. Ну ладно. Ой. Я сегодня совсем не отдыхал. Мне уже давно пора спать. Я так устал. Мы чуть не врезались. Смотри, куда едешь. Простите. Спокойной ночи. Кто так ездит? Наконец-то день закончился. Не думал, что быть взрослым — это так тяжело. Хочу снова стать ребенком. Быть маленьким. Что с тобой, Тайо? Не
миссис Волшебница! Ты ведь, кажется, хотел быть взрослым. Ну, я думал, взрослые могут делать, что хотят, но оказалось, это так тяжело. Я понимаю. У взрослых и правда больше свободы, но и обязанностей больше, намного больше. А вы не могли бы превратить меня обратно в ребенка, пожалуйста? На этот раз не пожалеешь? Ни за что! Ну, так и быть. Желание исполнено. Мисс Волшебница, я опять маленький? Поеду узнаю. Привет! Тая, уже поздно. Где ты был? Мы же говорили, что ночью небезопасно. Ура! Я снова ребенок! Чему это он так радуется? Простите меня! Сито! Хана! Я больше никогда не буду опаздывать! Я буду вести себя хорошо! Ну, ладно. Тайя понял, что быть взрослым не так легко, как кажется. Он был рад снова стать ребенком. Озвучено компанией «Лайлок».